день, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Сегодня суббота, 6 августа. Я нахожусь возле газетного ряда, известного всему Полтаве. По каким-то причинам здесь сегодня закрыто. Закрыто напрочь. Ну, как сказать? Суббота. Ну, будем смотреть, что будет тут происходить с выходных. Но я знаю, что всегда здесь было открыто. Я забежал купить журнал «Лизавете». Но не получилось.